уникальный шанс захвата чужой территории, вот я подбираю слова, когда это вопреки интересам обоих сторон, и жителей города Саратов, и жителей этих муниципальных образований. Вот только сегодня в Саратовской областной думе на комитете было принято решение о, вопреки мнению фракции КПР, было принято решение о введении критериев по комплексной, ну, как скажем, реновации населенного пункта, в том числе города Саратов. В соответствии с этим решением теперь в рамках муниципального образования можно отселять жителей даже не аварийных домов, просто если эти дома фактически до 79 года строительства. Их можно отселять в рамках муниципального образования. Теперь всех детей-сирот, все многодетные семьи и так далее можно отселять в рамках муниципального образования именно вот в эти села, которые сейчас, соответственно, с уставом, со всеми последними вот этими уже подчистками присоединены, позорно еще раз говорю, присоединены к городу Саратову. Вдумайтесь, вы жители города Саратова, я обращаюсь к вам. Это, ну, учитывая нерасторопность нашей власти, последствия, может быть, коснутся вас не так скоро. А уж точно они коснутся ваших детей. Вот вы сейчас им подкладываете вот эту огромную нить. Когда, ну, не дай бог, окажутся социально незащищенными какими-то гражданами, их отселят из центра Саратова на эти окраины. Мало того, бюджет города Саратова уже сейчас трещит от нехватки средств. Не выполняются полномочия, до 60% не выполняются полномочия даже по имеющейся территории. Теперь, вот сейчас подчистку эту произведут, и вам придется, граждане, жители города Саратова, свои средства тратить на те территории. При этом, при всем, я как депутат областной думы, говорю, нам не обращались до сих пор с требованием, с необходимостью, вот все это у нас будет комитет по бюджету, нет там необходимых средств на то, чтобы помочь городу Саратову на содержание этих муниципальных образований. У вас что, на окраинах города Саратова уже нормальные дороги? У вас что, во дворах уже все благоустроено? У вас благоустроен город, у вас, слава богу, бюджетное обеспечение достаточно? Вы посмотрите, у вас бюджетное обеспечение в разы меньше, чем в соседних регионах, в том числе, там, наверное, Москва возьмите, Питер, да Казань возьмите, пожалуйста, по Оскару федерального. И вы только ради того, чтобы в чьих-то интересах, как нам сказано, для того, чтобы проекты какие-то реализовывать. Мне до сих пор не был назван ни один проект, который удастся реализовать, якобы, которые вот сейчас сидят и ждут, вот сейчас присоединять территории, на эти территории тут же начнется реализация проекта. У нас половина промзон разрушается, стоят пустые. Никто там никакие, ни с какими проектами особо не пришел. Вчера на комитете по инвестициям и так далее.